У красноярских автоинспекторов появились индивидуальные видеорегистраторы. Камера крепится на нагрудном кармане форменной куртки. Она будет работать в режиме нон-стоп весь день. В устройстве есть режим ночной видеосъемки и фонарик. Корпус ударопрочный и водонепроницаемый. Предполагается, что видеозаписи пригодятся при разборе каких-либо спорных ситуаций с водителями. Дорожные полицейские уже выходят на дежурство с такими регистраторами и отмечают, что водители ведут себя по-другому, когда замечают камеру. Водители более корректно реагируют и меньше возникает вопросов по факту нарушения, так как доказательная база уже присутствует и снята. Он начинает свою работу при включении, сразу как получили, заступили на развод, получили данный регистратор, повесили его, включили и до конца рабочей смены не отключаем. То есть видеосъемка ведется непрерывно в течение данного рабочего времени. Пока персональные видеорегистраторы есть только у сотрудников 4 экипажей. Но если устройства окажутся полезными, их получат все сотрудники, которые выходят на патрулирование. Подобными камерами давно пользуются за рубежом. Они есть и во многих городах нашей страны. После того, как процесс тестирования пройдет, будет дана оценка эффективности данным устройством и будет принято решение об оснащении всех сотрудников ДПС данными видеофиксаторами. Данные устройства будут дополнять уже имеющиеся системы видеозаписи и патруль-видео, которые находятся в каждом патрульном автомобиле, поскольку такой именно прибор позволяет более полную картину общения инспектора и водителя производить.